Добрый вечер, Павел Юрьевич. О, я приветствую вас. Добрый вечер. Вы ведь тут всех знаете. Не могли бы шофера порекомендовать? Вторую неделю езжу сам. А я привык в машине работать, там бумаги посмотреть, позвонить кому-то. Короче, нужен личный шофер. Персональный? Ну, какая разница? Стилистическая, она же смысловая. Да, на этой разнице такая история выросла. Я могу вам рассказать, если захотите. Вас с удовольствием послушаю. Тогда будьте добры, вы не поможете мне с книжками? Поподавайте мне их. Да не вопрос. А то столько литературы накопилось, пришлось вон полку освобождать. Спасибо. Ну так вот, какая была история? Однажды у дверей строительной фирмы появился странный человек. Да пошли они все. Да, Ёрш, 120, ты русский язык понимаешь или нет? Я тебе говорю, не нужна там эта бригада. Не нужна. Здравствуйте. Здрасте. Чего хотели? Кто такой? Киреевский Петр Васильевич. А? По объявлению. Фу! Шестой уже. Алло, кто? А! Я говорю, не нужна мне эта бригада профсоюзная. Ну, оставь там одного плиточника, пусть копается, если хозяева придут. Остальных всех давай бросай на Мосфильмовскую. И прямо сейчас же. Значит, требования такие. Стаж вождения не меньше 10 лет. 15. Никаких проблем с автоинспекцией? Никогда. В машине не курить? Не курю. Значит, с похмелья за руль не садиться? Вообще не употребляю. Вопросов не задавать. Я за рулем молчу. Машина в идеальном состоянии стоит около подъезда. Ты в машине, а не травишь анекдоты с охраной. Понял, Петр? Васильевич, и на вы, пожалуйста. Иначе я вам не подхожу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты нам не подходишь. Спасибо, до свидания. До свидания. А ну, постой. Постойте! И откуда ж ты, вы такой гордый, Петр Васильевич? Кого возили? Я многих людей возил. Последний год министра Палатина. Серьезно, что ли? А трудовую книжечку можно посмотреть? Так. Ишь ты, с высшим образованием? А чё, в шофера пошел? Пошли. 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 Думал, временно, получилось 15 лет. Ну хорошо. Оформляйтесь. А министр вас тоже на вы называл и по имени отчеству? Да как же. У них там наверху такая традиция. Развратил вас номенклатура. Значит так, забираете меня с Алексеевской, это на проспекте Мира, я там живу. 8 часов утра, как штык. Машина стоит во дворе. А гаража нет? Да, откуда же ему взяться-то? У меня во дворе только инвалидские ракушки, и все. У меня недалеко от дома гараж. Для жены покупал. Сейчас пустует. Можно там. Ну? Можно. А жена где? Уехала. Сбежала, что ли? Я свою личную жизнь не обсуждаю. Тем более с начальством. Понял. Извини. Те. Все. Иди. Те. Выезжаем через 15 минут. Я по объектам урожай собирать. Водителя себе нашел. Обалдеть. Министра возил.
О, времена, да? Скоро нас с тобой профессора академики возить будут. Ну, Марго, как жизнь? Лучше всех. О, и у меня как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Все, пока. Хвастается, как пацан. Ага. Шофер у него, министра возил. Главное, у человека ни деловых качеств, ни ума. Один нахрап. Слава, ты же сам знаешь, что жизнь несправедливая вещь. Марго, 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 мы на работе. Ну и что? Никто не видит и не слышит. Все равно. Нужно быть осторожным, как в тылу врага, понимаешь? А кто тут враг? А может, даже и ты. Ну ладно, ладно, шутки не понимаешь. Ремешок накиньте. Ай, надо было больше покупать. Слушай, а тут нигде объезда нет, не знаешь? Мы, кажется, с вами договорились на «вы». Извините. А не подскажете, тут объезда нигде нет? И. Нет. А. Привыкли, наверное, с мигалками, да? Народ расступается. А чё ушли вы? Мигалка сирены надоели. А. Позор нации. Неделю назад эта катушка как стоял, так она здесь и стоит. Посмотри, 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 это ж доходяги. Посмотри, они же не делают ни хрена. Они ползут, как сонные черепахи. Как все было, у тебя просил, стены не прошиты ни черта. Понимаешь, бочки валяются, знает где. У тебя сквозь щели собака пролезет здесь. А потом спрашивают, а ты вот, вижур, вот, график вы, ни хрена. График не укладывайтесь. Я дебюсь. Потом спрашиваю, будет зарплата? Не будет вам зарплата. Идите. О, развернулся, лись, Петр Васильевич. Молодец. Поехали. Веди, веди ровней. Слушай, а что ты вот на том светофоре-то направо не повернул? Так скорее было бы. Я же вам не указываю, как надо работать. Мы с вами договорились. Ой, ну ёрш твой, 20. Ну что ты как маленький-то, ей-богу. Ну, хрень какая-то. Шофера на «вы» называть, ну. Если я так заедать, давай мне тыкай. Чё, я мужик простой, демократичный. Бетончиком начинал. Только вот за рулем сидеть не могу, понимаешь? Работал на уплотнителе. Это хрень такая, понимаешь? Трясёт. Не хуже отбойного молотка. Ну, вот что-то себе в сосудах растряс. Вот, полчаса за рулем посижу, так руки ходуном ходят. Так ничего, нормально жить можно. Слушай, притормози-ка вот здесь, что-то жрать захотелось. На, осторожно, горячие. Приедешь в офис, пообедаешь. Вперед! Ох, ты что здесь делаешь? Так открыто же. Как от... Оля! Да нету ее. А где она? А я откуда знаю. Так, вот значит сейчас выйди, выйди. И больше никогда сюда без стука не входи. Ладушки? Послушай, Андрюш, я давно с тобой хотел поговорить. Как давно? Ну, с год примерно. Вот с год?
с год. Вот, значит, год еще и потерпишь. Старик, извини, ты же должен понимать, с деньгами нужно общаться как с женщиной, наедине. У меня сейчас глубокий финансовый интим. После поговорим. После поговорим. Так, Вероника Сергеевна, значит, по накладным через бухгалтерию этим месяцем, а вот это прошлым. Ну, это я, конечно, сделаю, но, Андрей Сергеевич, вы знаете, у меня какие-то предчувствия нехорошие. Ну, между прочим, вы помните, я весной собиралась в Египет? Так вот, понимаете, меня так заломило, заломало. Ну, просто, ну, чувствую, помру. Ну, куда мне их? Я взяла, осталась. А потом узнала, что самолет вместо Египта сел в Турции. Понимаете, чуть не разбился. Ну, я вот там просто бы умерла бы от разрыва сердца. Это вы о чем? Да предчувствия у меня нехорошие сейчас тоже. Да я даже сплю плохо. Лучшее лекарство от бессонницы. Не морочьте мне голову. Нет, все-таки чем больше денег, тем спишь хуже. Ну-ка, Марго, поди-ка, завари нам чайку. А у нас здесь есть, Андрей Иванович. А ты свеженько водички налей. Давай, давай. Бонус. Дела идут. Спасибо. А вот хамить мне совсем не обязательно. Ну, я дверь не закрыл. Ты ж соображать должен, нет? Ну, что ты хотел мне сказать-то год назад? Я? Я хотел тебе сказать, что... Я хотел напомнить, что мы партнеры. А ты со мной иногда как с... Ладно. Это все лирика. Я вот о чем. Зря ты тут деньги держишь. Завтра отвезу в банк. Чем мне каждый день туда мотаться? А другим я не доверяю. Даже мне? Ну что ж, тогда я, пожалуй, скажу то, что хотел сказать. Знаешь, Андрей, мы 11 лет назад вместе начинали эти дела. Вот, набрала. Пойдем-ка проветримся. Пойдем проветримся. То есть ты хочешь сказать, что я всех вас обворовываю? Я так не сказал. Ты так не сказал, ты так думаешь? А я тебе отвечу. Да, я беру больше других. Но я же не зарываюсь. Мало чего бы там говорили, когда мы были зеленые, ничего не соображали. Стройка и ремонт, брат, это как война. И командир тут должен быть один. А если вам Бронислав Павлович что-то не нравится, так кто тебе мешает найти другое место? Даже так. А как ты думаешь? Или я сотруднику доверяю, или извини. А ты набрал полную пазуху ко мне и ходишь как беременный. Очень мне это нравится. Будь здоров! Ладно. Чаю? Водки. Я не шучу. Иди домой. Сладко, еще рано. Бронислав Павлович, я сколько раз говорил, что на работе водки и можешь быть свободна. Вы еще извольте. Спасибо, до свидания.
Да, наличка здесь. Послезавтра он отвезет ее в банк. Не раньше 10 часов. Да, дальше знаете, что делать сами. Плюнул он на начальника. Иди, говорит, ты забрал трудовую и на воле. Это что такое, я не понял? Это что такое? Это... Я же вас здесь все видел! Вот, а потом спрашивают, почему я таджиков занимаю. Потому что не пьют и работают. За копейки. А как ты хотел? За миллионы, что ли? Какие все стали-то? Миллионы получать ни хрена не делать. Поехали. А вот ты хотел бы в такой красавице жить? Скажем так, на 40-м этаже. Не, высоко слишком. Высоко. Зато вид, как у орла. А вот ты никогда не думал, что чувствует бедный человек, когда строит такое богатое жилье, а? Классовую ненависть. Или ничего. Просто деньги зарабатывают, работа есть работа. Вот, значит, тебя не заедает, что ты личный шофер, да, вроде как слуга, что ли? Я не личный шофер, понимаешь, персональный. Я не тебя вожу, а персону твою должность. Будет другой, буду возить другого. Так, Петр Васильевич, на сегодня свободны. Завтра 8 часов, как штык. Все. На следующее утро этот необыкновенно пунктуальный водитель не явился ни в 8, ни в 8:30. Приехал он только без 9:15. Вот если бы мне не в банк бы сегодня, я давно бы такси вызвал. Не успеешь за час доехать, выезжай за 2 часа. За 2 не успеешь, за 3 выезжай. Но чтоб 8 у меня был как штык, 1000 раз тебе повторять. Авария была. Какая авария? Что, машину помял? Да не я в аварию попал, свидетелем был. Ой, как дура. А вот сказать, что ты ничего не видел, чтоб тебя... Отпустили бы скорее. Вот нет, нельзя было. Ничего не видел. Это не в моих принципах. Я так не поступаю. Ах ты, ёрш твою 20! Ты принципиальный вот. Он с другими так не поступает. А со мной можно так поступать? Если ты придурок, так иди лечись. А из меня нечего придурка делать. Что ты делаешь? Что? Давай, давай, ага, катись, катись колбасой, давай, давай, не поскользись там, принципиальный козел. Петро, ну обожди, ну ты погорячился, я погорячился, ну извини меня, ну хочешь, я тебя обратно буду на вы называть. Ну не могу я вести машину, ну ты бы еще делать-то, ну. О! Вот видишь, какой ты? Человечный человек. Ой. Кому ключи отдать? В каком смысле? В прямом. Так мы же вроде с тобой помирились. Это вам только кажется. Ой, все, сдай ключи охране, не морочь мне голову. Слава! Значит, надо в банк съездить. Так а что твой шофер? Да ну его к лешему, он опять к своему министру возвращается. Все, я у себя, будь готов через 15 минут. Да я и так готов. Он здесь. Через 15 минут он увезет деньги в банк. Так что поторопитесь.
Кузеев увидел Руфимова, человека, который страшно удивился бы, увидев полный чемодан неучтенной наличности. Надо было срочно прятать и наличности самого себя. Слава! Ты здесь, Слава! Ты здесь, Слава! Ах, Леш, мой 20. Ой, господи! Здорово! Балансы сходятся? Пока! Господи! Скорую вызовите кто-нибудь, скорую! Петр Васильевич, поехали скорее. Плачу сколько надо. Скорость! Назад! По машинам, быстро! А кто это? Бандиты, грабители, гады. Потом объясню, поехали! Судя по тому, как ехал Киреевский, любимой забавой его министра было мчаться по улицам с непозволительной скоростью и в непозволительных направлениях. Но главное, от погони они оторвались. Да его-то не учили, идиот! Скажешь, я где-нибудь в центре вышел. Все. Петро! Ты понимаешь, нельзя мне уезжать. Уехал, значит, сбежал. Все, виноват. Понимаешь, глупость я сделал. Надо было вот спокойно дождаться и все, отдать к чертовой матери и сказать, вот для вас готовил. А теперь хрена тертого они мне поверят. И это отнимут, и все остальное. А в это ведь 10 лет труда вложено. Я вот к чему, Петро. Ты один живешь, да? Ну, один, и что? Будь человеком, приюти меня на пару дней. Нет. За хорошие деньги, Петро. Нет, нет, нет. За очень хорошие. Нет. Боишься, да? Ты что думаешь, они ко мне не придут? Да не хочу я жить чужим человеком. Тем более таким, который мне не нравится. Это чем это? Всем это. Я уволился, забыл, что ли? А, так ты принципиальный, да? Ну, давай принципиально, давай, вези меня. Вези меня обратно, сдавай им. А тебя по головке погладить. Тебе, может, даже премию дадут. А меня пристрелят нафиг. Ну, ладно, ладно, все, садись. Вот человечный ты человек, Петр Васильевич. Ничего себе. Это ты так жене все оборудовал? На случай ядерной войны? Купил у родственников одного старика. Он сделал себе что-то вроде убежища. Войны, правда, не дождался. Умер противоестественной смертью от какой-то заразы. Вот на этой кровати прям. Шучу. Фу. Продуктов надо сюда. Так, это после. Значит, Петро, давай. Езжай назад, скажешь так. Начальник велел подвезти его к электричке. Они здесь куда ходят? Дмитров, Талдом, Дубна. Если пересесть на кольцевую, вообще невозможно отследить, куда человек уехал. Вот правильно. Значит, скажи, сел в электричку, уехал куда, не знаю. Давай. А подожди, купи мне какой-нибудь спортивный костюм. Не в дорогом здесь сидеть, правильно? Не суетись. Куплю, потом рассчитаемся. Ну, потом так, потом. Спасибо. А что за грохот там такой? А, так это электричка. Здесь же станция недалеко. Ага. Присаживайтесь. Спасибо. Надо бы себе тоже убежище вырыть. На всякий случай. От войны? От войны я не боюсь. Я людей боюсь. Куда уехал? Не знаю. А вел себя как? Был напуган. А ты почему так шустро уезжал от нас? Он начальник, я водитель. Он мне сказал ехать быстрее. Я поехал быстрее. Я всего 3 дня работаю. Откуда я знаю ваши порядки? А может, у него и с нервами что-то. Боится человек ездить медленно. Фобия называется. Какой-то
ты сильно умный для шофера. Он министра возил. Правда, что ли? Правда. Значит, он на электричку сел. Куда там электрички идут, Олег? Три направления, не считая кольцевой. А если по кольцевой, то вообще невозможно отследить. Может, ему просто позвонить, попробовать поговорить по-доброму? Номер я уже набрал. Забыл. Да не забыл, а оставил. Что он дурак, он же знает, что мы будем звонки отслеживать. Или вообще определим местоположение. А главбух где? Да увезли на скорой, уже в больнице, при смерти. Вовремя. Ну что делать будем? Какие будут предложения? Умных предложений не было. А кто-то посоветовал действовать на тебя через семью. Ну, Руфимов сказал, что на связь с семьей в ближайшее время ты вряд ли выйдешь. Толковый человек этот Руфимов. И на бандита не похож. А кто он, а? Крыша или рэкетир? Руки. Да какой он рэкетир? Рэкетир. Наша фирма. Есть филиал. Их много. А Рухимов стоит над всеми. У него типа связь с госструктурами. Ну и каждый ему отстегивает, понимаешь? Это козлина миллионы получает за так. А работает на копейки. Мне обидно стало. Вот я решил финансами по-своему распоряжаться. Ну, то есть ты брал себе, да? Брал, конечно, брал. Только я-то брал за работу. А этот козел за просто так. А ты уже пожалел, да? Что хорошее дело сделал, человека спас. Хорошее дело. Человека. Но Руфимов, положим, жулик. Но ты, я вижу, тоже, а? Жулик? Жулик. Десять процентов хочешь? Нет. А 15? Это много. Нет. Не верю. Неужели не взял? Такие люди только в книжках бывают. А вот по жизни лично я не встречал. Действительно. Ладно, давайте по жизни. 20. Нет. Пятьдесят! А зачем мне 50? Когда я все забрать могу. Наступила минута моего торжества. Хватит! Возил я вас. Возил. Возил. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр и инженер какой-нибудь. Отомщу за народ. Деньги твои заберу. А тебя закатаю. Не найдет тебя никто. Никогда. Петя. У меня жена, дети, Петя. А ты о рабочих думал, когда грабил их? Дети, жена, ты думал, когда ты взятки давал туда-сюда? О детях ты думал? Нет тебе прощения. Это уже больше похоже на правду. А вот тут я вас вынужден огорчить. Я пошутил, и ничего от этого не было. А вы говорите по жизни. А вы что, по жизни могли бы убить и закопать человека? Ну, лично я нет, я себя знаю. Совесть загрызла меня. Ну, а что же вы тогда думаете о человеке хуже, чем о себе?
Ладно. Давайте мы вернемся к тому, как было на самом деле. Да не нужны мне твои деньги. Я ворованным не пользуюсь. Хорошо. Ну, а даром ты одну мою просьбу выполнить можешь? Ольга Валерьевна, я звоню сказать вам, что все в порядке. Звоню из другого города, это очень далеко. Андрей Иванович жив, здоров. А вы кто? Я никто. То есть я ему никто. Он просто просил позвонить. А сам не может, почему? Он вернется и все вам расскажет. А когда и где он? Спасибо, извините. До свидания. Ну как тебе тут? Роскошно. Чаю мне принесешь? С удовольствием. Он на самом деле человек перспективный. Он образца третьего срока 2 пути. Бузеев тем временем в бункере своем маялся, бедняга. Оказалось, он совсем не умеет ничего не делать. Ну, просто не научился. К жене Бузеева тем временем наведались неприятные люди. Понимаете, Ольга Валерьевна, для него же будет лучше, если он объявится. Каждый день, что его нет, ему в минус. У него отключен телефон, я не знаю, где он. Что я могу сделать? То есть вы хотите сказать, что он вам не звонил? Нет. А детям? Вы знаете, у нас не принято друг друга беспокоить. Дети уже взрослые, Яна устроилась ассистентом на телевидении, пропадает целыми днями. А Макс вообще уехал с друзьями на Урал. По-моему, вы не понимаете, что происходит. Ваш муж исчез с деньгами, а вы к этому так спокойно относитесь. А вы ждете, что я буду рыдать? Она сказала, что ничего не знает и денег дома нет. Понял. Что делать будем? Чего, ждать и следить? За кем? За двумя сразу. Наш Петр Васильевич, как выяснилось, умел уходить от погони и слежки не только на автомобиле, но и пешим порядком. Поэтому из подъезда в подъезд он пробрался без труда и ушел от преследователей. Жратва кончилась, воды нет, и надо эту вытяжку проверить, тут дышать нечего. Я тебе еще раз напоминаю, я тебе помогаю только из-за своей нечеловеческой доброты. Ты скажи спасибо, что я вообще пришел. Следят за мной. Все было очень серьезно. Слежку организовали не только за водителем, но и за женой Бузеева. Похоже, дамочка без мужа не скучает.
Запомним. К его жене мужик приехал и на дачу к себе увез. Я думаю, что если Бузеев не вернется, она переживать не будет. Ей так хорошо. А водила его? Ну, Пятерочка всю ночь под окнами простоял, так никто и не вышел. А утром он взял машину из гаража и в офис поехал. Ну, похоже, он не в Москве. Я так и думал. Но вернется. Обязательно вернется. Или я ничего не понимаю в людях. Слышь, Петро, фу, я так больше не могу. Я не понимаю, как люди в тюрьме сидят. Ну, это с ума сойти можно. Ну, я домой хочу. Я к жене хочу, к детям хочу, ты понимаешь? Ты не поверишь, я работать хочу. Ну, не за деньги. Не, за деньги. Но я работать хочу, ты понимаешь? Мне это нравится, Петро. Но я не об этом. Слушай, за тобой же вроде следить уже перестали. Ну, вроде отстали, да. Вот Христом Богом тебя прошу, устрой мне встречу с женой. Нет, я как мужик мужика прошу, ну. Ну, как ты это себе представляешь? Что, она поедет с незнакомым человеком в гаражи, полезет в подвал? А я тебе записку напишу, она мой почерк знает. Только смотри, сделай все аккуратно, чтобы за тобой никакая падла не увязалась. Ну, я тебя прошу, Петро, ну ты смотри, что делается-то. Вот ты, господи. Не понимаю, что вы должны мне объяснить. Простите. Ольга Валерьевна, Андрей Иванович очень просит вас к нему приехать. Он тут, в Москве. А сам он появиться не может. Нет, это исключено. Обстоятельства. Знаю я эти обстоятельства. Чужие деньги. Но не все так просто. И, Ольга Валерьевна, он скучает. Очень скучает. Сочувствую. Но передайте Андрею Ивановичу, что я к нему не поеду. И мне от него нужно только одно. Развод. Что-что? Развод! Ты шутишь, что ли? Какой развод? Она замуж собирается. И давно. Что значит давно? За кого? Да она врет тебе. Шутки это, что ли? Развод! Она... Я с ней поговорю сейчас. А дети как? Ну-ка, вези меня к ней. Сейчас же. Ничего хорошего из этого не получится. Да я тебе... Мне только поговорить с ней надо. Ты понимаешь? Она просто обиделась на меня. Ну, я... Да она любит меня. Ну, что ты встал, как пень? Поехали давай! Да ну, хватит! Успокойся! Все! Успокойся. Подумай. Да все я знал. Точнее, догадывался. Так только. Отмахивался, что ли. Ты понимаешь, хотел дом купить в Черногории. Думаю, накоплю денег. Мы отдыхали там, ей понравилось. Да. Но думаю, куплю дом. Заживем там. С детьми, если захотят. Ну, а если не захотят, они могут и просто в гости приезжать. Так я же не для себя-то это делал, все правильно? Для нее. Ну, она-то понимала, что для нее. Да вы сейчас черт тебя знает. Наверное, нет. Вот-вот. Только вот что я тебе скажу, Петро. Я не сейчас. Я раньше в темноте жил. Я не понял, Курин. Ты сказал, что честно будешь рассчитываться, а денег еще меньше, чем при Бузееве. Тоже, что ли, ячейку себе завел? Сергеич, я клянусь. Просто сложилось как-то. Двое заказчиков слетели, а... А чего они так долго? Ну, верстай. Может, ты просто работать не умеешь, а? Может, я тоже пойти красить, штукатурить? Нет, я клянусь, мы наверстаем. Вы меня тоже поймите, но ведь у меня же люди, а не роботы. Ну, они и болеют, и один вот на родину уехал. Ну, что я могу сделать, ну? Не, ну сколько у вас уже не работают?
Ну вот, а вы говорите неделю. Ну? Вы не волнуйтесь, мы закончим точно в срок, как обещали. Всего доброго, не волнуйтесь. Ой. А вот и меня тоже. 3 года назад ремонт делали. Обещали за 1.5 месяца, сделали за 4. Это что, общая практика? В каком-то смысле. Ты ж понимаешь, у нас как? У нас ведь как? Сколько заказов не предлагают, бери все. Потом под это уже и рабочих ищешь, и все остальное, понимаешь? Ну вот и получаются накладки. Людей не хватает. Ну да. Значит, берете работы больше, чем можете сделать. Так я же говорю, это все ремонтники так. У всех такая практика, понимаешь? Понятно, понятно. Так ему и надо, скоту. Значит, говоришь, ногу сломал. Угу. И 2 ребра тоже. Так, это надолго. Водка-то где? Какая водка? Такая. Слушай, не многовато ли ты бухаешь? Знаешь, многовато, не многовато, это не тебе решать. Так, эх, как интересно, а? Кого же они поставят-то? Когда меня и Курина-то нету. Найдут кого-нибудь. Правда, Курином они недовольны. Доходы упали. Так правильно. Правильно. Он, да хоть и дружок мне был, всегда был тупой, как валенок. Слушай, Петро, а предложи-ка себя, а? Чего? Ты даешь. А что, ты скажи, у меня строительное образование, то да сё, они документов не смотрят, лишь бы дело было, а? Ты мне всю информацию будешь приносить, я буду все решать. Ну, Петро, ну, пойми ты, ё-моё, 10 лет строили фирму, теперь чужие руки отдавать, ну, обидно, а? Петро, ну, мы с тобой таких дел наворочим, соглашайся. Я себе слово дал, бизнесом не заниматься. Да, ёж, твой 20, ну, ты пойми, у тебя же ум, ты же не Курин, у тебя же получится, ну, вот ты... Оказался бы в такой ситуации, тебе кто-нибудь помог? Да, когда мне надо было, мне никто не помог. Ну, правильно, а вот мне сейчас повезло, что ты такой у меня оказался. А, Петро, ты же человечный человек. Да, ну, Ладно. Попробуем. Вот и ладушки. Стой! И водку забери. Не нужна она теперь. И вот тут... Началась странная история. Киреевский действительно предложил свои услуги. А Руфинов согласился на испытательный срок. Киреевский под диктовку Бузеева стал руководить. И выясняется, что Бузеев хоть и приворовывал, но специалист был очень дельный. Потому что он на расстоянии буквально в течение 2 недель просто поправил все дела. Единственное, из-за чего спорили бывший начальник и бывший шофер, это одно – брать или не брать наличность. Ибо налоговая ситуация тогда была такова, я не знаю, как сейчас, что если все проходило по документам, то ни рабочим, ни сотрудникам платить было не из чего. Точно. Я вам больше скажу. Секунду. Да, Рукавишников Роман Давыдович. Мазда 5-я, 17-й бокс. Неужели по звуку узнаете? Ну, так, иногда. А вы раньше не в музыкальной сфере трудились? Ну, книги у вас такие, все больше по искусству. Да, и по истории, и по философии. Но это же не значит, что я философ. Ну, а кто, если не секрет? Ну, в настоящий момент, вот, сторож. Это, скажем так, ну, последняя из 9 освоенных мной профессий. А первая какая? Актер. Правда? Да.
Вполне. Тут, я смотрю, вы так здорово рассказываете. А почему из театра ушли? Ну, мне сейчас эту историю рассказывать или все-таки ту закончить? Нет, давайте историю закончим. Значит, один в подвале сидел, а другой работал. Да, до поры до времени, но довольно долго. А потом... Ну что, Петр Васильевич? Дело пошло нормально, молодец. И я чувствую, себе совсем не берешь. Можешь тогда свою долю повысить. Ну, подотчетно. Понимаешь меня? Понимаю. Но у меня есть другое предложение. И какое? Сейчас. Да, Пятерочка, пропусти. Правильно, Андрей. Деваться тебе все равно некуда. А теперь для ясности. Все, что я делал по указаниям Андрея Ивановича, моего друга. О как! Это к тому, что если он убрал себе какие-то деньги, чего я лично не одобряю, я очень этого не одобряю, Андрей. Это нехорошо. Не делай так больше. Но работать он тоже умеет. От него у вас прибыли больше, чем убытков. Вот, у меня все. Теперь я, да? Да-да. Это деньги. Возвращаю. Из фирмы могу уйти, поскольку работал не на вас, а на дело. Мне это нравилось. Иначе давно бы ушел отсюда к чертовой матери. Да, и еще. Если бы вы с вашими корешами не превратили нас в дойную корову, вы бы уже через год имели бы в 4 раза больше. И на законных основаниях. И у меня все. Пошли, Петя. Пойдем, Андрей. Ну что, Петро, на пасашок? А. Ну, давай. С обретением свободы. Да, теперь всю жизнь надо заново налаживать. Ну что? Как говорил мой Максимка, сам сломал, сам и починю. Будь здоров. Будь здоров. А ты, по всей вероятности, Петро, персональным водителем у меня больше не будешь. Я не буду. Правильно. Знаешь почему? Почему? Ты мне теперь друг. А друзей Петро в шоферах не держит. И правильно решил. Нет, ну... Какой он шофер, если с ним надо обращаться, как с дипломатом? Я люблю попроще, по-свойски. А вот тогда общественный транспорт. Это Алик Контараки, богатый сын богатых родителей. Ой, да с блондинкой. Задний правый подфарник разбит. Но это совсем другая история. В следующий раз обязательно расскажу.